Всем привет, у меня на канале Александр Маляр. Все-таки выделил я 2 дня, ребята. И, немножко поболел, конечно. Но встал, собрался силами и установил я все-таки турбину. Значит, собрал я, переделал патрубок, поставил коллектор, изменил выхлопной коллектор, переварил тут. Вот сейчас мучаюсь, не знаю, куда воздухан вставить и как его сюда, но это дело другое. В общем, турбинку я уже поставил, дальше будет испытание на настройки там внутренние. Так что вперед и с песнями. Закрывается она хорошо, как я и не хотел резать капот, чтобы было все красиво. То есть капот мне нравится, МПСовский, он такой стильный, классный. Кабина и капот, в общем, мне это очень радует. И сейчас вот надо с воздуханом только определиться, как его ставить, потому что кабина прыгает, и надо, чтобы не сорвало все эти патрубки. Короче, я работаю, а вам удачки. Буду делать еще дальше.